Ну а сегодня утром мы коротко пообщались с Матвеем Елисеевым во время его небольшой тренировки. И это интервью мы вам покажем завтра в вечернем эфире программы «Все на матч». Следите за анонсами, следите за Инстаграмом. Там мы обо всем об этом пишем и сообщаем. Ну а прямо сейчас вас потренирует шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. «No pain, no gain» было написано на его шлеме, что в недословном переводе означает «под лежачий камень вода не течет». Пожалуйста, оставайтесь.